А у меня в гостях Виталий Романов, представитель компании Origami Tea. Виталий, скажите, пожалуйста, что за компания такая Origami Tea? Добрый день, компания Origami Tea. Мы импортируем на российский рынок японский чай в ассортименте, включая наиболее популярный сейчас в России чай матча. И вот мы на выставке представили нашу продукцию в новой упаковке, обновленной. И хотелось бы вам показать две позиции наши наиболее популярные. Это чай матча и чай сенча Асамуши, которые вчера на церемонии награждения получили две золотые медали «Продукт года». Виталий, поздравляю вас с золотыми медалями. А скажите, пожалуйста, ваши ожидания и реальность на выставке оправдались? И какие задачи вы перед собой ставили на данную выставку World Food 2019? Я считаю, что выставка для нашей компании прошла позитивно. Мы хотели познакомить наших покупателей с нашей продукцией и познакомить в том числе с нашей новой упаковкой. Мы представили новую линейку чая матча в жестяных баночках по 40 грамм. И в целом для нас выставка прошла очень удачно. Виталий, спасибо огромное, что были с нами. Всего доброго и удачи.